В связи с увеличением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, оперативный штаб Республики Адыгея по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял ряд ограничительных мероприятий, которые нам всем, жителям Республики Адыгея, в той или иной мере необходимо будет соблюдать. На что хотелось бы обратить внимание уважаемых телезрителей. Первое – это запрет на проведение всех массовых мероприятий, к которым относятся свадебные торжества, семейные торжества, такие как именины, проводы на пенсию и так далее. Похоронное мероприятие, значит, рекомендовано проводить с минимальным количеством участников этих всех похоронных процессий при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер защиты органов дыхания, это маски, респираторы, защита рук одноразовыми медицинскими перчатками. Хочу довести до всех решения оперативного штаба, что с 20 октября 2020 года органы ЗАГСа приостанавливают торжественную регистрацию бракосочетания, и поэтому они эти мероприятия проводить не будут. Значит, для граждан основным условием остается это соблюдение масочного режима при посещении предприятий, организаций, предоставляющих услуги населению. Значит, все должны находиться при посещении магазина, банка, другого учреждения, обязательно должны находиться в масках. Для соблюдения вот этого требования по соблюдению масочного режима принято решение о создании мобильных оперативных групп. В каждом сельском поселении будет создана такая мобильная группа, куда будут входить представители МВД, это участковые уполномоченные, которые работают на территории этого поселения, представители сельской администрации и представители общественности, значит, либо депутаты сельских поселений, либо добровольная народная дружина, казачество и так далее. Значит, цель рейдов будет заключаться в том, чтобы обеспечить соблюдение гражданами масочного режима при посещении ими торговых предприятий и мест общественного пользования, закрытых, этих, допустим, автовокзал, магазин, кафе и так далее. При нахождении человека на улице, в парке или где-то в другом месте ношение маски пока не обязательным, не является условием. Значит, хочу довести до вас также такую информацию, что при нарушении вот этого масочного режима оперативная группа будет составлять административные протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Адыгея, где на физических лиц предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Решение по этому вопросу будет принимать Кашихавский районный суд.